Привет всем! Рад видеть вас на нашей площадке. Сегодня мы поговорим с вами о развитии арктической авиации. Друзья, внимание на экран. Якутия является одним из самых труднодоступных регионов мира в транспортном отношении. 90% территории не имеет круглогодичного транспортного сообщения. Наиболее остро данная проблема стоит в арктической зоне республики, проблему связанности которой призвана решать арктическая авиация. Однако ее развитие на слабом уровне. Причиной тому является убыточность ее эксплуатации. Владимир Михайлович Сивцев – министр транспорта и дорожного хозяйства республики. Именно ведомство, возглавляемое Владимиром Михайловичем, занимается вопросами транспортной инфраструктуры, транспортной связанности и в том числе вопросом арктической авиации. Способна ли развиваться арктическая авиация в современных условиях и от чего это зависит? Друзья, чтобы разобраться в этой теме поподробнее, вам нужно будет разделиться на две группы. Мечтатели – это те, кто считает, что арктическая авиация развивается, а темп развития можно повысить при более качественном подходе. Освоение Арктики – приоритет для нашей страны. Реалисты – это те, кто считает, что развитие арктической авиации важно. Однако дороговизна топлива, износ парка летной техники, инфраструктуры и другие причины делают эту проблему практически нерешаемой. При этом каждая из сторон должна стараться перетянуть на свою сторону больше участников из противоборствующих. В конце передачи у каждого из вас будет возможность поменять свою точку зрения. Соответственно, мечтатель, который убедился в аргументах реалистов, может перейти к ним. И реалист, который убедился в аргументах мечтателей, тоже может поменять свою сторону. Итак, выбираем зоны. Мечтатели будут располагаться справа. Реалисты слева. Делимся. Итак, встречаем нашего героя. Семьянин и человек с активной жизненной позицией. Министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Саха-Якутия. Главный государственный инженер-инспектор Республики Саха-Якутия. Владимир Михайлович Сивцев. Аплодисменты. Присаживайтесь, пожалуйста. Владимир, здравствуйте. Добрый вечер. Сейчас вам дается ровно минута для того, чтобы вы могли рассказать нам немного о себе. Владимир Сивцев, министр транспорта и дорожного хозяйства республики, заканчивал, родился в городе Якутске, заканчивал вторую школу города Якутск, закончил Санкт-Петербургский инженерно-экономический университет Академии госслужбы, и работал в Минфине, Минэке, Министерстве экономики, Федеральном министерстве по развитию Дальнего Востока. И с мая 2020 года министр транспорта и дорожного хозяйства республики. 38 лет, семья, трое детей. Веду активный образ жизни, занимаюсь спортом. Владимир Михайлович, начнем мы с вами с небольшого блиц-интервью, соответственно, быстрые вопросы и быстрые ответы. Итак, хорошо. Первый вопрос. Почему арктическая авиация актуальна именно сейчас? Потому что это жизнеобеспечение. Почему билеты на самолет в арктические районы очень дорогие? Себестоимость и объем затрат на выполнение этих рейсов, он действительно, экономически обоснованный тариф, он очень высокий. Реально ли их снизить? Реально. Угу. За счет чего? Как минимум господдержки, ну, в основном только за счет государственной поддержки, в виде там, субсидирования, может быть. А во-вторых, за счет, безусловно, частоты и пассажиропоток. В чем причина отсталости арктической авиации? В целом, хотелось бы сказать, что авиационные площадки, аэродромы, они на самом-то деле еще 50-х, 60-х годов постройки. И малое количество населения, соответственно, низкий пассажиропоток. Ну и, соответственно, на износ воздушных судов и отсутствие аналогов. Когда ожидается обновление парка летной техники в регионе? Периодически это делаем точечно. Вместе с тем, сегодня в связи с санкциями достаточно проблематично с точки зрения того, что отечественный авиапром под современные требования только в самое ближайшее время собирается выпускать самолет. И для той же арктической авиации мы ждем там самолет типа «Байкал», который будет у нас, ну, к 2025 году.
Эксперты очень часто указывают на проблему субсидирования, как раз таки. Почему отсутствует федеральное субсидирование региональных перевозок? Потому что это полномочия регионов, субъектов, и сегодня в условиях ограниченности самого федерального бюджета они субсидируют магистральные перевозки, межрегиональные. Вместе с тем, внутри региона это, соответственно, считают, пока у них нет этой возможности. И, ну, это вопрос, так скажем, финансового обеспечения, не более того. Всегда ли арктическая авиация будет убыточной? Практически, наверное, всегда. Почему? Потому что, еще раз говорю, основная выручка, ну и вообще рентабельность от авиаперевозок, она связана напрямую с пассажиропотоком. Вот как, чем больше людей будет летать, тем, соответственно, больше будет. Сейчас, может быть, это будет так, ну, сейчас я сказал некое противоречие, уверен, сейчас будут в этом, по этому направлению вопросы. Но готов поспорить, тут палка двух конца. Итак, сегодня перед вами те, кто постарается узнать вас немного поближе, ну и подискутировать нашу сегодняшнюю тему. Справа от вас расположились мечтатели. Это те, кто считает, что арктическая авиация развивается, а темпы развития можно повысить при более качественном подходе, поскольку освоение Арктики – это приоритет всей страны. Слева же от вас расположились реалисты. Они считают, что развитие арктической авиации важно. Однако дороговизна топлива, износ парка летной техники, инфраструктуры и другие причины делают эту проблему практически нерешаемой. Угу. Друзья, давайте обратимся к вам, к нашей аудитории. Пожалуйста, поделитесь, почему вы оказались с той или иной стороны, чем обусловлен ваш выбор. Я считаю, что да, действительно, арктическая авиация важна. Она выполняет именно социальные вот свои функции. И несмотря на свою убыточность, она должна быть. Но в данное время у нас в республике в связи с катастрофическим износом авиапарка, в связи с тем, что не обновляется парк, развал, ну, это общегосударственная проблема, это не проблема региона. Это даже более того, это, наверное, проблема и там, на западных странах тоже есть проблема с арктической авиацией. Я уверен, что проблема одинаковая везде. Но я уверен, что вот сейчас думаю, в связи с тем, что с событиями прошлого года будет все еще только хуже, мне так кажется. Спасибо за мнение. Пожалуйста, еще мнение. Я считаю, что развитие Арктики важно, так как это является единственным видом транспортировки в данных районах. Реалисты, пожалуйста. Еще мнение. Почему вы выбрали эту позицию? У меня раньше жили родственники на крайнем севере, в Среднеколымском улусе. И вот тоже там дорого билеты, мы переехали, ну, родственники, они переехали в центральные районы нашей Якутии. Давайте еще мнение послушаем. Скажу, зачем, то есть почему я выбрал сторону мечтателей. Это, скорее всего, связано с тем, что изучение арктической авиации нужно не только для того, чтобы перевозить прочие продукты и запчасти, допустим, но это также немало значительно для изучения разных поколений мира. Потенциал Арктики, наверное, еще, да? Да. Хорошо, спасибо. Интересное мнение. На Арктике сосредоточено огромное количество ресурсов, которые необходимы для не только региона, но и для всей Российской Федерации. И считаю, что это неизбежно, именно развитие транспорта в Арктике. Я мечтатель, ну, оптимист в этом случае, потому что на севере, это север, это половина нашей республики, и половина республики находится на севере России. Вот. И там живут люди, и будут жить люди, так что нужно развивать это в любом случае. Ну, никак не стагнировать и не стоять на месте. Наша часть республики должна развиваться как инфраструктурно, так и материально. И все люди с разных континентов должны изучать, прийти, узнавать что-то для себя новое. Вот. И еще, пожалуйста, мнение давайте с этой стороны послушаем. Я считаю, что инфраструктура у нас еще пока что, ну, только развивается. И, наверное, из-за резких условий труда, то есть сложные, континентальные, наверное, трудно эксплуатировать самолеты в связи с этим. Что ж, давайте перейдем к вашим вопросам, к нашему гостю. Владимиру, давайте начнем со стороны мечтателей. Как считаете, что в будущем какие инновационные проекты нас ждут?
Ну, первое, мы ждем в самое ближайшее время, вот, ну, ближайшие годы от отечественного авиапрома новых внутрирегиональных самолетов. Байкал, Ил-114, который должен заменить Ан-24, или там та же Ладога, аналог Л-410. Вот эти самолеты, ну, вот эти самолеты, они должны прийти на замену действительно либо иностранным бомбардетам Ку-300, либо уже давно устаревшим еще советские Ан-24 или Ан-2. Самый ближайший — это Байкал, 25-й год, очень, на Дальний Восток специально, отдельно там есть квота, надеюсь, в ближайшее время эти самолеты придут, но надо понимать, в 25-м году он только полетит, это будет только там первые, может быть, там 5-10 образцов, которые, и, соответственно, там будем наращивать этот флот. Сейчас, ну вот кроме самолетов, еще что инновационного хотелось бы сказать, это, безусловно, развитие беспилотной авиации. Да? Дроны, квадрокоптеры, соответственно, вот за этим, скорее всего, в рамках, ну, по крайней мере, перевозок грузовых, да, или доставки там почты, продуктов питания, других каких-то, может быть, небольшого там веса грузов, то, соответственно, это действительно беспилотная авиация. Очень рад, что сегодня наш колледж, колледж связи начал готовить таких специалистов. Соответственно, в России есть очень много наработок, на самом-то деле, тоже отечественных разработок именно дронов и беспилотных летательных аппаратов. Единственное, что действительно нужно для этой беспилотной авиации, все-таки нужны, во-первых, ну, действительно тот, кто ими управляет, а во-вторых, соответствующая инфраструктура, да, там, то есть это и чтобы они в условиях там Арктики могли нормально функционировать, и это те же спутниковые системы, элементы там подзарядки, может быть, или еще что-то. Здравствуйте, еще вопросы? Мой вопрос такой вот. Вот даже вот самый свой расцвет арктической авиации, вот нашей вот республиканской, это вот 70-е, 50-е годы прошлого столетия, она все равно была убыточной. Вот, там был большой пассажиропоток, там всегда самолеты ходили, ну, хорошо заполненные. То есть, и вот за 40-50 лет произошел такой упадок. А вот что, вот, допустим, арктическая авиация не только у нас, она же, допустим, из-за рубежа. Что у них произошло за эти 50-40 лет? Лучше у них стало или хуже? Что сейчас изменилось? Вот, отвечая на ваш вопрос, как бы, что хуже или лучше стало? Там, ну, например, вот всегда сравнивают с Аляской. Да, вот любят с Аляской сравнивать, что там, там практически у каждого свой самолет. Он там летает, там, когда захотел, сел, завел, улетел. Там, в магазин, условно говоря, съездил за, там, за хлебом на самолете. А там действительно авиационные правила установлены, они, ну, так, более-менее свободны. Соответственно, там нет таких там, там, тяжелых требований, как раньше были у нас. Но у нас буквально тоже, вот буквально там, в прошлом году изменились, вернее, были изменены федеральные авиационные правила, которые там вступили в силу там, с 1 сентября 2022 года, когда можно, например, стать легальным перевозчиком, имея не три самолета и один аэродром, а один самолет и один аэродром базирования только. Он не должен быть там у тебя, там, может быть, в собственности или еще как-то. И еще другие, как бы, там, требования, в том числе к перевозчикам, тоже достаточно сильно упростились. И сегодня уже, наверное, там, можно сказать, что мы чуть-чуть подтянемся в части вот, расширения, применения этой там малой авиации, например, да. Во-вторых, ну, я сейчас говорю на примере малой авиации, тоже Аляски, допустим. Вот. И в Аляске, но тут тоже такая, как говорится, есть
обратная сторона медали, очень большое количество авиапроисшествий. Да, вот у них там, на Западе, например, этого достаточно, ну, гораздо больше, нежели у нас, ну, там, в свое время, как бы, да, эти авиационные правила, они были прежде всего рассчитаны на авиационную безопасность, чтобы сохранить жизнь и здоровье. Там, но там все равно в процентном соотношении это, наверное, не столь много, поскольку, опять же, если брать там арктическую часть России, у нас всего эксплуатируется сейчас 35 аэропортов. Если мы возьмем ту же Аляску, ну, как бы, намного меньше территории, там более 530, если я не ошибаюсь. Да, безусловно, там, если сравнивать, действительно, там инфраструктура получше, то есть там, может быть, они имеют, ну, именно целенаправленно поддерживают инфраструктуру, авиаплощадки и так далее. Чего не скажешь, как бы, у нас, они у нас сейчас в ведении поселений, и сами поселения, ну, согласитесь, у них там других тоже. А есть ли возможность проблем больше, чем как раз таких их передать на баланс, допустим, опять же, федеральных властей, может быть, региональных? А мы столкнулись с этим, вернее, столкнулся с этим, что действительно муниципалитеты сильно не заинтересованы в содержании, да и средств у них нет на самом деле. Поэтому у нас, по крайней мере, предложение, там, передать полномочия с поселения хотя бы на район. Вот. Но тут тоже каждый случай отдельный. Району тоже своих там расходов хватает. Он говорит, зачем мне эта площадка? Там, как... Хотя на самом-то деле можно было бы комплексно. Профицитных это... районов у нас всего из 36 порядка 8, если не ошибаюсь. Профицитных 3. Ленский, Нерингринский и Мирнинский. Отвечая на вопрос, допустим, как там у них, ну, еще раз, раньше очень сильный был отечественная авиационная промышленность. У нас были свои самолеты, вот, у нас, причем разного типа. К сожалению, сейчас мы немножко в этом плане отстаем. И более того, действительно, там санкции, которые сейчас, особенно авиационная отрасль, очень сильно пострадала от этих санкций. Сегодня мы ограничены и в не только в закупке самолетов, но и в закупке запчастей, да, тех же комплектующих. Поэтому здесь на самом-то деле вот с прошлого года и сейчас отечественная авиация испытывает колоссальные нагрузки и ограничения. Хорошо, спасибо. Да. Пожалуйста, еще вопрос со стороны мечтателей. Скажите, пожалуйста, как давно вы работаете в этой деятельности и сложно ли вам было найти общий язык с вашими коллегами? Хороший вопрос. С мая 2020 года, ну уже там третий год пошел, являюсь министром транспорта и дорожного хозяйства. Но вместе с тем транспортный комплекс был мне знаком и ранее, в период работы в Министерстве экономики республики я, соответственно, курировал реальный сектор экономики. И в целом не было проблем с точки зрения вхождения в отрасль. Я на самом-то деле через себя все пропускаю и, соответственно, стараюсь как можно быстрее вникнуть там, в глубину там, вопроса или проблем. С коллегами из предприятий нашей отрасли тоже вообще никаких проблем. Все мы как единая команда друг другу помогаем, соответственно, стараемся решать общие задачи. Ощущаете ли вы конкуренцию между чиновниками? Добросовестная конкуренция ощущается, она всегда есть. А недобросовестная? Она есть всегда. Нет, недобросовестная у нас нету, иначе мы все в одной команде. Мы одна единая команда, соответственно, мы все работаем на благо населения и под руководством нашего главы нашей республики, Ясина Сергеевича Николаева. А добросовестная конкуренция, это вот, знаете, там, кто-то провел там мероприятие, там, на какое-то общее, там, на... Здоровая конкуренция. Да, на хорошем уровне, и смотришь, там, коллеги говорят, как у тебя там это получилось, или там, или ты смотришь, ну, смотри, как у них получается. Или кто-то очень хорошо себя там позиционирует там, в медиапространстве, ну, скажет, поделись секретом, там, что такого, что тебя там все там СМИ любят, там, например, или еще что-то. Ну, вот такие вот вещи, чисто с точки зрения
совершенствование и улучшение своей работы. Пожалуйста, еще вопрос. Вы стали министром в мае 2020 года. Угу. И какие изменения произошли именно за этот период, именно за работу с мая месяца 2020 года до нынешнего дня? Именно чем отличается работа Министерства транспорта и до мая 2020 года, и после? Что изменилось? Что изменилось? Да. Ретроспектива. Хороший вопрос. Ваша спасибо. Приходит. Ну, сейчас скажу про именно в рамках сегодняшней тематики. Я еще раз хотел бы отметить, что мы качественно поменяли механизмы субсидирования межрегиональных и внутрирегиональных рейсов. Во-вторых, очень действительно тоже проработали в части, поработали с федералами и с дальневосточной авиакомпанией. И сегодня, все дальневосточники могут воспользоваться, вы в том числе можете воспользоваться субсидированными билетами там, в другие регионы нашей страны, в Москву там, и по Дальнему Востоку. Там. Вот. Удалось сохранить и даже где-то приумножить авиакомпании. Отдельное внимание обратили на малую авиацию. Сегодня мы субсидируем как раз-таки восстановление авиаплощадок для, соответственно, осуществления там рейсов в труднодоступные населенные пункты. Сегодня наконец-то появились легальные авиаперевозчики, кроме государственных авиакомпаний, там Якутии, Полярных авиалиний или Алрос. Есть еще два. Сколько их? Есть ли цифры какие-то сейчас? Два. На сегодняшний день два легальных, имеющих сертификаты на проведение авиационных работ авиаперевозчика. Это Лидер и Восход. Они уже активно приступили к выполнению государственных заданий, заказа. В санавиации летают и работают в доставке продуктов там, для якутов в отдаленные населенные пункты. И уверен, что сейчас еще один у нас есть перевозчик, который должен получить сертификат на проведение авиационных работ. И, соответственно, я уверен, их число только будет расти. Мы им как раз-таки способствуем, чтобы сегодня эти перевозчики выходили из тени. У нас порядка 73 единиц воздушной техники. Там Cessna, вертолеты Robinson, там Ан-2 и так далее. Но, к сожалению, только там порядка 30 имеют сертификат летной годности. А что это такое? Сертификат летной годности – это то, что он проходит технический осмотр, его самолет исправен. Это первое. А перевозчиков из них только два. То есть все остальные у нас, условно говоря, в серой зоне, в тени, где-то там чего-то летают сами по себе. С этим мы как раз-таки сейчас и боремся. Прежде всего, это безопасность. А что еще изменилось, если говорить про арктическую тоже авиацию, то идет реконструкция аэропортов. И сегодня там Сангар, Хандыга уже новые пассажирские имеют терминалы. До этого сейчас идет там реконструкция в Черском. Обратили на это внимание и сейчас еще дальше продолжаем. Наверное, в ближайшем мы будем ставить аэропорт в Усть-Куйге, который пока еще в планах нигде нет, но будем ставить этот вопрос. Что еще изменилось? Очень большое внимание я уделяю именно круглогодичному сообщению. За этот период мы отремонтировали 47 мостов на дорогах и продолжаем строить мосты, ремонтировать их. И это, моя такая личная, задача. Может быть, чем больше будет наземного круглогодичного сообщения, то, там, может быть, и той же авиации там и не нужно будет. Да? Закончим к 2024 году там, до села Тополины полностью круглогодичную дорогу сделаем и пойдем дальше до Батагая. А там, дай бог, еще и
до Усьяны дойдем. Но главный вопрос всех якутян, наверное, когда будет Ленский мост? Вот. А главное это тоже. Персонально тоже занимаюсь этим проектом. Сегодня, ну, если говорить о 2020 году, да, в 2020 году мы заключили концессионное соглашение, начали проектирование. Значит, более того, подготовку территории уже, значит, запроектировали, завершили, вынесли все коммуникации, соответственно, сейчас со вторым этапом заходим повторно в главгосэкспертизу, ну, на проектно-сметную документацию нужно получить экспертизу, защищаем ее во всех программных документах, и хотел бы отметить, что, наконец-то, в федеральном бюджете, в законе о федеральном бюджете, в федеральном бюджете появились еще с далекого там, 2013 года, опять впервые появились первые суммы финансирования этого проекта. Mm-hmm. Я уверен, что в самое ближайшее время мы начнем... Какой плановый год сейчас стоит? 2026 или это будет? Плановый? Да. Недавно активно там в телеграм-каналах обсуждали, что вот мы там плановый поставили 28-й год там, и так далее. Просто чтобы обратили внимание, там это госпрограмма, которая уже не действует, она была просто приведена в соответствие. А так, плановый год у нас 26-й. Итак, друзья, у нас есть видеоопрос по теме нашего обсуждения, поэтому просим, пожалуйста, внимание на экран. Нужно ли строить больницы в Арктике или развивать санавиацию? А почему нет? Конечно, обязательно надо. А то наши, я вот работаю в республиканской больнице, да? И у нас доктора вылетают туда часто, везде, где только не было. Даже с вертолета прыгают. Вот. Обязательно. То есть важно, чтобы на местах были больницы? Обязательно. А санавиация, чем она плоха? Ну, наверное, вылетают чаще или так, когда на месте, это ждать, пока человеку плохо, или там рожает, или медведь кого-то порвал. Бывают же такие случаи. Ну, пока вылетают, время же идет. А тут на месте сразу помощь оказывают, правильно? Я, например, в Усть-Мае работала, да? И очень удобно было, когда вертолеты летали. Вот ты сделал вызов, да? Вертолет прилетел, больного забрал и увез. Вот так удобно. Значит, санавиацию нужно сделать. Да, естественно. Наверное, все же авиация будет слишком дорого стоить. Затраты большие будут. То есть считаете, что экономически целесообразнее построить? Конечно. Санрейсы очень дорого. Отдаленные районы. Санавиация лучше, чтобы лучше она была. В плане экономии средств или чего? Экономия средств. В больнице там же численность, мало же народу. Из-за этого там лучше санавиация, наверное. Строить больницы в арктических районах или нужно развивать санавиацию? Обязательно нужно строить. Больницы нужны? Конечно. Летят сразу, поэтому жителям Арктики нужна больница. Сложный вопрос. Да, сложно. Наверное, авиацию надо развивать. Набрать много людей в больницу в Арктике – это не судьба, по-моему. Строить в Арктике больницы или стоит развивать санавиацию? Лучше, конечно, строить. Так быстрее и качественнее будет. Больницы, наверное, надо. Почему? На месте. Ну, потому что пока санавиация туда, там, погода и так далее. Да. Вопрос медицинского обеспечения жителей Арктики, ну, наверное, один из ключевых. Само собой, сейчас эту проблему у нас призвана решать санавиация. Давайте зададим себе вопросом, вообще способна ли санавиация закрыть эту потребность, потребность в медицинском обеспечении? Давайте вначале поинтересуемся у стороны мечтателей. Как вы считаете? Я считаю, что санавиация будет намного лучше, чем больница, потому что больница там... Я считаю, что качество будет намного ниже, лучше перевести человека в более качественную больницу. Но также есть минус в том, что в Арктике авиация очень сильно влияет... Погодные условия. Да, погодные условия. Влияют. Которые могут помешать быстрому передвижению. Спасибо за мнение. Какое мнение у стороны реалистов? Ну, когда мы говорим о медицине, об обеспечении медицинской помощи арктической области, мы должны знать, что здравоохранение, медицина – это не коммерческое предприятие, и оно однозначно не будет что-то зарабатывать. И вопросы экономической целесообразности здесь не должны применяться. Это социальный вопрос. И вот действительно,
говорят, почему не развивают, почему не строят больницы. Больницы в арктических улусах бывают первого уровня. Ну, то есть недостаточно они подготовлены для сложных каких-то медицинских операций. Даже вот у них в центрах республиканских, районных стоят больницы второго уровня. Больницы третьего уровня только здесь стоят. То есть люди, которые, контингент больных, которые нуждаются в помощи, высококвалифицированные, они все равно будут лететь сюда. Ну, как правило, таких и отправляют сюда. И мне кажется, что надо развивать... Что именно развивать? Да, авиацию, медицинскую катастрофу. Я знаю, что у них появились не в этом году, не в прошлом году, года 3-4 назад новые вертолеты полностью... обеспечены и полностью оборудованы аппаратурой и, ну, скажем так, средствами медицинской помощи. Считаю то, что больница будет намного выгоднее, чем санавиация, потому что она будет действовать всегда, и, ну, конечно же, там будут работники и так далее, да, тоже есть экономические проблемы, но все же больница лучше. Хорошо, спасибо. Владимир Михайлович, а так ли это на самом деле? Действительно, есть ли выгоднее строить больницы, как вы считаете? Здесь должен быть некий баланс, все равно в любом случае, потому что что такое санавиация? Это санавиация, она действительно в экстренных случаях, когда не могут на местах оказать соответствующую помощь, то тогда действительно санавиация нужна, и она должна быть в любом случае. Вот, а больницы в отдаленных районах, может быть, и населенных пунктах, должны в любом случае быть на базе того, чтобы хотя бы оказать какую-то там первичную медицинскую помощь. Вот, это обязательно должно быть. А вот высокотехнологичные, какие-то экстренные, еще может быть что-то. Действительно, значит, это делается, наверное, только вот в крупных населенных пунктах, где есть действительно... специалисты, которые могут это сделать. Ну, мы не согласитесь, не всегда можно посадить, значит, иметь в больнице там, высококлассного хирурга или там, узкого специалиста, там, врача, которого там, ну, может быть, один случай только на и по его направлению там, в год, может быть. Поэтому, конечно, это уже другой уровень, как уже было сказано, медицинской помощи, и он обычно востребован уже в больших городах и селах. Соответственно, считаю, что действительно больницы, там, ФАПы, фельдшерско-акушерские пункты, какие-то, может быть, еще амбулатории должны быть для, в любом случае, должны быть для оказания первичной помощи. Ну, а без санавиации, конечно, тоже никуда. И тут некий баланс все равно должен быть, исходя из наличия тех или иных врачей на местах. Владимир Михайлович, какой совет вы дадите нашей сегодняшней аудитории? Новое поколение, вот студенты, молодежь, вы должны мечтать. Мечтайте, и даже если ваша мечта исполнится наполовину, то это уже серьезный прогресс в том, что вы хотели, чего вы хотели добиться. Потому что, ну, не мечтать нельзя, надо мечтать и творить, и все в ваших руках. Вам дальше поднимать республику, вам дальше здесь жить, развиваться, давать воспитание следующему поколению. Поэтому мечтайте, ребят, мечтайте. Вот. Спасибо. Наступил момент истины. Ребята, поменялось ли ваше мнение? Мечтатель, который убедился в аргументах реалистов, может перейти к ним? И реалист, который убедился в аргументах мечтателей, тоже может поменять свою сторону. Поэтому окончательно определяемся в своей позиции, и можно будет поменять свою группу. Давайте на счет три. Раз. Два. Три. Все равно остались все при своих мнениях. Никто не осмелился поменять. Хорошо, давайте поаплодируем друг другу. Владимир, кого вам бы хотелось отметить из числа наших сегодняшних участников? Все были очень активны. Это человек, который активно достаточно. Александр, да, давайте поаплодируем. Пожалуйста, поднимайся. Владимир, пожалуйста, слово вам. Спасибо большое за приглашение. Очень интересная аудитория, очень интересная тема. Сегодняшняя молодежь – это та опора, которая даст нам развитие нашей республики в будущем.
И сегодня я хотел бы отметить одного из спикеров, Александра, за активную работу. Вот, небольшой сувенир. Давайте поаплодируем. Александр, пожалуйста, пару слов. Спасибо большое. Я учусь на первом курсе филологического факультета отделения журналистики. Я вот пришел сюда, чтобы действительно узнать, что нового происходит у нас с арктической авиацией. Сейчас мы приглашаем всех подняться на наш подиум, для того, чтобы мы еще могли немного пообщаться друг с другом, с нашим гостем. Давайте, ребят, подходите сюда. Частью нашей аудитории можешь стать и ты. Подписывайся на наш телеграм-канал и подавай заявки на актуальные даты наших съемок. Это была передача «Я молодой». С вами были ее ведущие Елена Гагарина и Антон Васильев. Будем развиваться вместе. На благо себя и родной республики. Всем пока. Хороший формат на самом-то деле. Радует, что именно молодежь активно участвует, идет в неформальный такой вопрос-ответ, прямое взаимодействие. Ну, давно не был на таких вот мероприятиях, и для меня лично очень приятно сегодня было пообщаться с новым поколением и, соответственно, узнать их мнение, в том числе их чаяния и надежды по вопросам развития арктической авиации.